подача в штрафную. Не дают пробить. А здесь подбор. Юнес. Горецко. Кутерьма. И вот удар по воротам. 1-0 на 11-й минуте. Выходит и в Шальке, и в Вольфсбурге. А правда, Йохим Лёв продолжал доверять Драксеру. Не помешали ему пробить, и голкипер уже даже не прыгнул, понимая, наверное, что до мяча не дотянется. Не сумели гости вынести мяч из штрафной, хотя была у них такая возможность. Юрий Бьёрди попал в товарища по команде. Вот здесь, да, и мяч отскочил к Драксеру. Подача. Вагнер забивает свой первый гол за сборную Германии, поэтому он так рад. По меркам сборной Германии, по меркам немецкого футбола, где очень много юных талантливых футболистов, здесь опередил соперника, пробил головой. Второй матч за сборную Сандра Вагнера и сразу гол. Очень хороший сезон он провел в Хоффенхайме, куда перейти. Quick thinking allowed to get away with it. San Marino clearly weren't fully set for the free. Quick thinking allowed to get away with it. San Marino clearly weren't fully set for the free. We shouldn't be coming for this. Boom. I like it when they take that responsibility. We shouldn't be coming for this. Boom. I like it when they take that responsibility. Goalkeeper, at least he didn't come for the initial cross. And ball here. Probably would have been harsh. Well, his arm was. Goalkeeper, at least he didn't come for the initial cross. Is there a handball here? Probably would have been harsh. Well, his arm was...